Это уже третья конференция на эту тему. Уже само по себе это говорит о том, что она актуальна, потому что люди приезжают, и приезжают действительно из разных регионов, и России, и из-за рубежа. Поэтому просто сейчас такое время, когда интерес к языку, на самом деле, это интерес к собственной культуре и к той социальной ситуации, в которой мы с вами живем. Поэтому, естественно, это просто способ осознать и себя сейчас в нашем русском мире, в российском, скажем так, мире, и понять новую роль языка в нашей вот сейчас ситуации, в культуре, и в силу того, что и русский язык тоже сейчас на самом деле находится под большим, скажем так, прессингом и того же английского, и вытесняется из многих областей. Поэтому этот вот способ не просто научно это осознать, а на самом деле сделать это достоянием еще и общественности научно, и тем самым проговорить все болевые точки, какие сейчас есть в нашей вот социальной жизни, связанные с функционированием нашего языка и тем самым с осознанием нашей собственной культуры, тех ценностей, которые в ней есть и которые, может быть, мы забыли, просто вывести их в светлое поле сознания, чтобы понять, что нам нужно с вами защищать, от чего мы должны, в принципе, отказаться, как от навязываемого нам какого-то чуждого заимствованного элемента, который нашу культуру только разрушает, а не помогает нам, на самом деле, двигаться вперед, потому что культура – это система. И если мы вводим в эту систему какой-то инородный элемент, то может разрушиться вся система, тем самым мы не будем двигаться, вперед мы не будем двигаться, мы просто будем разрушать собственную культуру, и идти никуда мы не будем. Другими мы уже не станем, но и самими собой тоже не станем. Следовательно, не сможем в историческом, скажем так, плане выполнить собственную роль, которая есть у каждой культуры, и только разрушим самих себя. Поэтому, на самом деле, я считаю, что это не просто научное мероприятие, а это именно люди собрались, чтобы попытаться понять себя и ситуацию в нашей стране, и, в общем-то, даже, наверное, и в мире, чтобы понять роль культуры языка в этом контексте и сделать не просто научное какие-то выводы, а выводы уже, которые будут касаться, собственно говоря, той роли науки, которая сейчас, филологической, гуманитарной науки, которая сейчас, я думаю, очень важна именно в смысле осознания особенностей собственной культуры и языка как средства этой культуры, которые эту культуру проговаривает мир. Поэтому я думаю, что это не просто такое научное очередное какое-то толковище, которое искусство для искусства, наука для науки, а именно такое социально значимое, я думаю, событие, потому что это способ осознания себя и той ситуации, в которой мы сейчас находимся.